Так, привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Продолжаем играть. Сейчас я запущу тут. Все, поехали. Так. А, мы тут расстреливаем просто толпы врагов. У-ху! Просто офигенски. Все, летим дальше. А нет, мы гоним на машине, отлично. У-ху, просто замечательно. Ой-ой-ой, тихо. Я правильно еду, нет? Мне кажется, правильно. Машина у нас. Так, пока. Блин, офигенские управление. Простое и... Ух ты, даже ускорение есть, ё-моё. Ой-ой-ой. Эй, тихо. Эй, у меня... Ой-ой-ой, как лагает. Ребят, просто меня затолкали. Я чуть либо не погиб. Но я еду живой дальше. Отлично. Пока все хорошо. Ой, тут меня занесло, конечно. Давай, давай, давай. Здание, что ли, валяется. Мы внутрь здания заехали. Надо включить ускорение, чтобы прорваться. И я уже лечу. Летим, летим. Ой-ой-ой. Так, надо свернуть налево, я думаю. Ой, извините, ребята. Не хотел, не хотел. Да пофиг. Блин, классно, классно сделали. Большой, большой лайк Treyarch за такую кампанию. Я даже еще и не прошел, она офигенская. Меня чуть не сбили. Ой-ой-ой. Столько машинок. Все взрывается, ну. Ай-ай, мы просто горим. И скорее всего. Да, я погиб. Не надо так много стукаться, я думаю, стоит. Мы еле живые, оказывается, едем. Тихо. Все, поехали. Нормально, нормально. Едем. Чуваки, извините, я не совсем хотел вас трогать, но пришлось. У-ху! Блин, будущее не настолько хорошее, как мне казалось. Да, это плохо. Блин, вертолет взорвался. Давай, давай, ускорение, 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 ускорение. Давай, живи. О, черт возьми. Слазим, слазим с машины. Так, вот у нас. Точка эвакуации. Харпер, ты цел? Наконец-то. А, ему пофиг, по-моему. Блин, теперь-то что? О, черт. Американские войска мне место в Пакистане. Яньчжао. Он воевал вместе с моим отцом в Афганистане. Мы против Китая ничего не имеем, генерал Джао. В Пакистане нас интересует лишь Рауль Менендес. Значит, у нас общие интересы. Но учти, американец. Если истинная причина Рауль Менендес... Мне незачем тебя убивать. Окей. А какая еще может быть причина? Хм. Интересно, интересно. Какая же еще может быть причина, кроме того, что Менендес нам нужен? Наверное, из-за этой батарейки еще вся эта фигня начинается. То есть...
может из-за этой мелкой батарейки все так нервничают, я думаю. Так, ну давайте не будем менять ничего, просто на всем послушаем заставку. Китай готов выложить миллиарды за этого дрона. Хорошая карма. Кибероружие. Стоп, вот. Вот же, ты видишь? Сравнить с логотипами действующих организаций США. Совпадений нет. Сравнить по всему миру. Постой минутку. Это колосс. Это самая карма в плавучем городе. Вот как им удалось так близко подойти к материку. Салазар, готовь оперативную группу. Выдвигаемся через 60 минут. Сообщи адмиралу Бриксу. Мы попираемся к Менендесу. Но чтобы его опередить, надо получить ответы из первых рук. Начало главное. Карма. Так, ну... Сейчас мы направимся в этот колосс Каймановый. Острова. Сектор Оксо. Икар 9, садитесь на седьмую площадку. Держите курс. Прикольно, слушайте. Принято. Икар 9, начинай снижение. Частота открытая, Фарид. Мы все слушаем. Ладно. В удостоверении указано, что вы профсоюзные инспекторы. У вас будет доступа в большинство помещений, кроме самого нужного. Для компьютера архивного управления действуют повышенные меры безопасности. Доступ осуществляется через... Так, вот такие мне миссии вообще нравятся. Нам поможет Зиги. Такие, знаете, проникновение, стелс, типа вот. Фарид, удалось получить доступ к личным делам? Пока нет, слишком сложный метод шифрования. Ты сообразишь, я в тебя верю. Конец. Так вот как же тот самый 1%. Надо сказать, если бы не задание, снял бы я сейчас себе горячую. Забыл о Пакистане. Морда у тебя больно страшная, Харпер. А морда тут ни при чем. Зато все остальное при мне. Ну, Харпер, конечно, чувак. Оптимист. Думаешь, они ждут проблем? У нас тут мировая война почти, а он на телочках там. Значит, это отличная мишень для Рауля. Так, и чё, мы без оружия, типа? Здорово. Так, спокойствие. Место! Сканер обнаружил наличие опасных материалов. Ну, это простое недоразумение, ладно? У нас внизу ремонт полным ходом, наверное, это оттуда будет. Чё это такое? Сэр, пожалуйста, оставайтесь на месте. Питерс, не подойдёшь сюда? Надо разобраться. А, я думал, у нас. Расслабься, Харпер. Я же говорил, защита сработает. Сканеры ничего не увидели. Теперь предъявите удостоверение и проходите. Здорово, мы из профсоюза. Это все. В колоссе у народа не так много дел. Это еще что? Хуская. Кто это? Это автоматическая система. Ее запускает удостоверение. Блин, мы все попадем в... Эй! Какого фига? Я тоже там. Прикольно. Четко. Ладно, будущее. Офигеть. Вот это рай. Харпер. Как Ньюкасл поживает. Да, офигенски. А во сколько обойдется тут выходные провести? Ты столько и за год не заработаешь. Без балды. Неудивительно, что мой мандес это... Да мне кажется, военные в Америке зарабатывают куча бабла. Харпер, провери дэш. Мы с Салазаром отправимся к точке проникновения. Понял. Так, тут разделяемся. Пока все нормально. Reception, security. Эй, тебе сюда нельзя. Мы из профсоюза.
Так, сектор, получилось. Все, блядь. Отлично. Не так давно Колосс нанял наемников, чтобы увеличить численность охраны всей территориальной милиции Кубы. Охренеть. Кое с кем уже познакомились. Что за жук еще? Ну что, Зиги, пора за дело. Зиги. Давай, что это такое? Харпер, охрану подменили наемников. Прикольно. Они агрессивны. Ищи любую информацию, надо выяснить их цели. Ясно. Осторожно, тут разрыв. Зиги перепрыгнет. Стоп. Что они делают? Ставят взрывчатку. Они хотят взорвать корабль? Сначала им надо захватить корму. Харпер, внимание! Наемники устанавливают на борту взрывчатку. Ладно. Куда я бегу? Блин, прикольный жучок. Эй. Блин, геймплей, конечно, разнообразный этой игры. Все? Я неправильно сделал. Надо было по стенке пройти сбоку. А я тупо прыгнул. Сейчас. Тихо. Фак. Так, а о, по трубе давайте пройдем. Специально для таких как я сделали эту трубу, чтобы было понятно, куда проходить. Так. Эй, это наш сигнал. Шокером, сектор. Ха, прикольно. Вот идет сканирование. Нифига себе, дождь что умеет, а? What the fuck? Это наемники. Харпер, ты был прав. Они уже в серверной. Идем. Давай, давай. Готов? Enemigo atravesando la puerta. ¡Gana! Пошли. Cúbrense. Вот, блин. Да хорош. Я даже не увидел. Понятно все. Ясно. Давай, давай. Готов? Enemigo atravesando la puerta. Почему нет замедления, как в прошлых чехте? Было бы прикольно. Ну, да ёпрстэ, меня так убьют опять. Давайте так. Поеду кинем. И туда. Блин, прикольная пушка. Мне нравится звук глушака. Чисто. Прям обожает звук. Ладно, идем дальше. Чё тут у нас? А, вот эту трубку как раз. Устанавливаю связь. Уверен, что получится, Фарид. Я думал, ты в меня веришь. Ладно, мы вошли. Карму могли пронести на борт вместе с обычным грузом. Так, ой, и чё, мне чё-то надо делать, да? Проверь грузовой манифест. Ключевое слово карма. Ничего. Просмотри автоматические системы безопасности. Ключевое слово карма. Что-то упускаем. Может, не карма, его сестра. Имя его сестры, чувак. Текста. Карма.
Нет. А, кар. Да, все-таки нашли. Отлично. Так. Карма — это не оружие. Это девушка. Это женщина. Хлоя Линч, бывшая служащая Тацита, недавно уволилась. Теперь нам известно ее имя. Можно отследить ее на корабле. Наверху, клуб Салар. Все, идем туда. Так, там что-то можно скрыть. Прямо за дверью наемники. Фарид, враг прямо снаружи. Обойти не получится. Фарид, мне нужна возможность опознавать врага. Соедини имена наемников с биометрическими данными. Загрузи мне данные. Будет сделано. Открой дверь комнаты Кау. Так. Ух ты, нифига себе! Харпер, карма — это не оружие, это женщина. Отправляю тебе ее фотографию. Ой, собаки, не люблю собак. Эй, это же та самая тёлка из лифта. Она в клубе Солар, и тебе надо торопиться. Наемники направляются к ней. Разберусь. Да, это та самая тёлка, которая была в лифте, стояла с нами, там что-то сказала, отвали. Ух ты, тихо. Тихо-тихо, меня только не убивайте, чуваки. Так, я еще световой ни разу не пробовал, давайте попробуем. Козел, а? Хотел меня убить. Все, пойдем. Сейчас я закину еще. Так, у меня кончается патрон, давайте возьмем другую пушку. Просто в дым. Тихо. Ну ладно. Идем дальше. Ищи другую дорогу к клубу. Найди позицию для наблюдения за толпой. Окей. Я отправлюсь к Харперу. Мы разделились, отлично. Хлоя! Хлоя, ты немедленно должна пойти со мной! Ты кто? Откуда ты знаешь, как меня зовут? Я Майк Харпер, ВМС США! Отвали от меня нафиг! Эй, ты меня слушаешь? Твоя жизнь в опасности! Террористы уже ищут тебя! Террористы? Что ты такое несешь? Хлоя! Надо быстрее бежать к ним! Держи ее, Харпер, мы уже идем. Я иду весь потрепанный после перестрелки, и меня... А, меня пропустили, отлично. Так, смотрите, близняшки просто. Так. Идем-ка сюда. Что у нас тут? Спасибо. Харпер, ты где? Мы на танцполе. Уже иду. Сектор, я на позиции на балконе клуба. Блин, где же они, а? Ничего такая. О, все танцуют. Давайте музыку включим для пущего эффекта. Я забыл, что у меня звук-то отключен музыки. Ну, хотя бы немножко на 20. О, вот так вот. Так, где же они? А, вот они танцуют. Нам надо уходить, Хлоя. Сектор, не меньше 10 наемников. Берут заложников. Хлоя Линч. Хлоя, блядь. Вот, блин. Ух ты, ё. Салазар, снять сможешь? Не попаду. Слишком много заложников. Да я смогу. Хлоя. Нет.
Да какого фига? О, наконец замедленное действие. Ну что ж такое, а? Я слишком медленно стреляю. Карма у Депалка. Ведем преследование. Бедный диджей. Они не должны покинуть корабль. Все. Ой-ой-ешеньки. Подключаемся к камерам. Вертушки. Везде вертолеты, блин, это плохо. И не видно ни одного. Без опознавательных знаков. Наемники Менендеса. Их тут десятки. Да, нам конец. А вон они. Вот же, ты видишь? Это он, это он. Да. Зараза, сигнал пропал. Депалка включил помехи. Корабль заминирован. Выдвигаемся, перехватим его у атриума. Давай, 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 давай. Так, я что-то, ребята, увлекся, а на самом деле времени уже. Время вышло у меня. 20 минут серия. Итак, мы, короче, потеряли эту девушку. Сначала нашли ее вот на этом корабле, или что это такое было, какой-то парк развлечений. Вот, нашли, и потом у нас ее отняли, потеряли мы ее в этом клубе, и сейчас пытаемся. Назад ее себе взять. Вот так вот. С нами Харпер, с этот. Как Салазар и Кросби. Ну а я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал и смотрите следующую серию. Пока!